пожалуйста, еще раз, что с папой произошло у вас? Он упал на крокодил, и там никого нет. Я слышала лай. И так кто-то. Слушайте, там был Гончик, и Скай, и Зума, и Райзел. Они были такие же тут. Да? То есть, подождите, серьезно, вы с папой куда-то спускались в люк? Да. А повтори за мной, мы спускались с папой в люк. Там была трещинка, и было... Прям за мной, а ты можешь прям за мной, да? А ты можешь за мной прям повторить, мы с папой спускались в люк? Да. Повтори прям за мной, мы с папой... Угу, давай. Мы с папой спускались в люк. Какой люк? Вот такой серенький и большой. Глубоко? Да. Там веселенькая, такая маленькая-маленькая. И никуда не поедем. Там вообще есть вода такая жидкая. Вода жидкая там? Да. И не надо ее пить. Она очень грязная и очень опасная. Это только для червяков и для жуков. Ты же когда будет не падать, не удержать поставить. Спасибо. Спасибо.